Такой трогательный момент. Ведущий передачи расплакался. В прямом телеэфире. Грехов много, шейх. Просим Аллаха простить нас. Ведущий разговаривал с шейхом о милосердии Аллаха. И тут ведущий растрогался. Грехов много, шейх. Просим Аллаха простить нас. Я хочу обрадовать эту общину. Неважно, сколько ты грешил. Неважно, насколько великие были грехи. Аллах настолько милосерден, что если раб Аллаха обратится к нему, признавая свои грехи, раскаиваясь в них, Аллах не закроет перед ним двери. Аллах примет от нас. Клянусь Аллахом, Он никогда не отвергнет нас. Он никогда не отпустит нас с пустыми руками. Он обещал, любые грехи простит. Любые грехи.